Белочка делает гнездышко там из листочков. Понатаскал туда бумажечек, всяких листочков. Что ж она там делает? Мы уже с Олечкой смотрим, уже минут 10, как она приносит туда наверх листочки, бумажечки, вон хвостик и появился. Но она затихла. Когда она подозревает, что мы на нее смотрим, она замирает. Ее не видно. Надо спрятаться хорошенечко. Я спрятался. Вон она. Иногда она спускается по нашему бревнышку, а иногда поднимается по нашей ступеньке. Вот сейчас она поднимается. Так, вот тут она пошла искать. Вроде запихивает побольше. Его запихивает, жует, жует. А я думаю, кто это нам хорошо листочки чистит, наши клубнички. Ох, так это она нам пообрывает хорошо эти все веточки. Побежала к себе в домик. И вот там она себе делает домик. Смотрит на меня. Неужели она меня заметила? Я так хорошо спрятался. Вот, будет делать гнездышко. Пошла, делай дальше.
Это она меня заметила, представляете? Замерла. Принесла немножечко, теперь думает, идти дальше или не идти. А там еще звуки она услышала, что кто-то ходит. Там мама Саша пришла. И поэтому она замерла, чтобы никто ее не мог найти. Это наша погода такая хорошая здесь. Второй день весны такой замечательный. Все, она замерла. Вон она спряталась. Вон она заметила. Спрячется, прячется, прячется. Вот пошла. Да, Олечка, я тут снимаю на видео, как Белочка делает домик свой. О, можно еще пойти поискать. О, теперь начал там поискать. Интересно. Куда она там пошла? О. Да, Олечка. Да, я снимаю на видео. Сейчас я к тебе приду. Через одну минуточку, Олечка. А Олечка в это время моется под душем. Прямо тут у нас на балконе. Как Белочка хорошо. Вот так.